Два года условно получил житель Ноябрьска, которого признали виновным в гибели мотоциклиста. Напомню, трагедия произошла 22 сентября прошлого года на улице Цоя. Водитель автомобиля «Субару», выезжая со двора, не уступил дорогу мотоциклисту, который имел преимущество. От столкновения 32-летний мотоциклист погиб на месте. Как пояснил водитель иномарки, к слову, он был абсолютно трезв, мотоцикл он просто не заметил. В ходе следствия он полностью признал свою вину. По данному делу Ноябрьским городским судом было вынесено решение лишить водителя «Субару» права управления транспортным средством на 2 года и приговорить к 3 годам лишения свободы. Но, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, реальное наказание суд счел возможным изменить на 2 года условно.